Что сюда прилетает? Что сюда прилетает? Это от 120-го и чуть выше. 152-е, Грады. Несмотря на обстрелы, минометчики из 57-й бригады прикрывали пехоту во время наступления и уничтожали вражеские цели на бахмутском направлении. У каждого бойца на этих позициях есть своя мотивация. Для 21-летнего Дмитрия это семья. Все поддерживают. Все поддерживают, правда, немного переживают. Но как без этого? Все вернемся. Давайте пройдем в укрытие. Пока враг ведет обстрел, продолжаем разговор в укрытии. Накрывают квадратами. Может, не знаю, может, что-то увидели и не попали, потому что плохо откорректировали. Мы стараемся сильно не светиться. Мы отстрелялись и закрылись. Вот из-за этого по нам мало прилетает пока. Через 10 минут по рации передали. В небе чисто. Поэтому с минометчиками идем готовить боеприпасы для россиян. Пороха. Это пороха, 6 зарядов. Это будет дальность 6200. Когда нужна меньшая дальность, тогда пороха отделяются и подбирается нужная дальность. Это датские мины 120-го калибра. У них хороший разлет осколков, говорят военные. А к выстрелу боеприпас готовится в течение минуты. Отечественного образца мины нужно было вышибной забивать, полностью ее собирать. Кроме того, масло обтирать. Здесь единственное, что колпачок выкручивается, это если на фугасе. А то с колпачком, то есть чтобы проникало и потом взорвалось. А если осколок, то выкручивается так. Чтобы нанести как можно больше поражения, военные работают по россиянам в связке с другими минометными расчетами. У нас есть коллеги. 120-е калибры у нас, у них 82-е. В связке с ними мы, как правило, отрабатываем цель. Это блиндажи могут быть, укрытия какие-то, группа. Достижения у минометчиков есть каждый день. Буквально вчера группа пехоты отработала из 82-х. В связке четко. Мы отработали и минут 30 где-то. 10 человек лежало. Всю информацию о месторасположении врага минометные расчеты в основном получают от аэроразведчиков. Иногда координаты дает пехота. Прямо из окопов бойцы передают информацию, корректируют. Как раз во время интервью минометчикам приходит приказ. Приступать к работе, уже есть координаты. Буквально 2 минуты, выстрел. После первого пристрелочного второй. Сразу после того, как цель поражена, военные маскируют миномет и меняют позицию. Только что отработали по цели. Аэроразведка заметила группу пехоты, которая переходила посадку. Цель была поражена. Наша пехота благодарит нас, но мы работаем дальше, на нашу общую победу.